В этом видеоролике мы с вами разыграем вот этот вот замечательный автомобиль. Ой, как же хорошо. Как заново родился. Я извиняюсь, дорогие друзья, я только что сошел с вот этого вот поезда. Мы прибыли с вами в город Приморск. Находимся мы на железнодорожном вокзале. На кармане у нас всего-навсего 5000 рублей. И сегодня я вам расскажу, как же в первые часы нахождения в городе вы можете себе приобрести крутой автомобиль и не чувствовать себя бомжом. Ну, первым делом вам необходимо выполнить все квесты, пройти, чтобы получить повыше уровень. И, соответственно, купить уже автомобиль и устроиться на более оплачиваемую работу. Подходим. Первый персонаж у нас Иван. Подходим к нему. Давайте чатик включим. Нажимаем Alt. И он с нами ведет диалог и объясняет, что и как, куда нажимать. И вот это все обязательно читайте. И он нам предлагает проходить квесты. После выполнения мы получим 24 500 денег и плюс 7 XP. Я говорю согласен. Он нам также предлагает пройти квесты. Мы говорим ясно, все хорошо. Дальше заходим в игровое меню /mm в чате. Заходим квесты. Первый квест, персонаж Иван. Мы возле него нажимаем выбрать. И здесь нам описано, что нам необходимо сделать и что мы за это получим. Мы получим 2000 рублей плюс 1 XP. А нам нужно здесь поехать в автошколу и получить водительское удостоверение. Вот. Дальше вас отправят в УМВД и оформить. То есть сейчас мы едем в автошколу, сдаем на водительское права, а потом в УМВД уже оформлять их. Нажимаем ясно, все, принимаем. Берем, нет, наверное, не велосипед, давайте мы возьмем мопед. Велосипед могут угнать, а мопед он останется у нас. Арендуем за 500 рублей мопедик. Пробел и двоечка. Завести его. Ребят, настоятельно рекомендую. В нижней шкале у вас голод и жажда есть. Обязательно. Ай, мы не поставили метку. Ладно, мы сейчас доедем до магазина. Я покажу, что нужно сделать, чтобы в неподходящий момент вам не стало, скажем так, сложно. Так, приезжаем, глушим. Мы приехали к магазину. Сейчас мы с собой прикупим напиточков и возьмем несколько гамбургеров. Так, заходим к кассе. Напиток с собой купить. Давайте купим пару напиточков и парочку гамбургеров. И пару гамбургеров. Ну и, наверное, пюрешку с колбаской мы здесь за 100 рублей, за 150 рублей покушаем. Купить. Плюс чаек. Так. Все, покушали, спасибо, приятного аппетита нам пожелали и так далее. Дальше заходим в игровое меню /mm, навигатор, что есть в городе, важные места, и выбираем автошколу. Меточка у нас появилась на карте, и сейчас мы с вами отправляемся именно туда. Так, подъезжаем мы к автошколе. Давайте вот здесь запаркуем свой мопед, обязательно его глушим, чтобы не тратилось горючее топливо. Подходим к воротам. Если они у вас сразу не открываются, слэш, прописываем ворота. И сим-сим, ворота открываются. Залетаем вовнутрь автошколу. Первым делом нам нужно сдать теорию. Проходим. Так, для получения права вам необходим небольшой тест. Давайте проходим. Вы готовы сдать теорию? Конечно, готов. Первый вопрос. Какая максимальная скорость в городе? Ну, конечно же, 120, мы отвечаем. Правильно? Все правильно. Разрешено ли управлять автомобилем в алкогольном опьянении? Ну, а почему бы нет? Здесь мы ответим именно так. Дальше. Со скольки лет можно получить водительское удостоверение? Здесь мы, наверное, ответим, а зачем оно нам? Правильно? Так. Следующий вопрос. Сзади приближается транспорт с включенным проблесковым маячками. Что мы должны сделать? Ну, здесь, наверное, безоговорочно снизить скорость и пропустить. Это святое.
Следующий вопрос. Что будете делать при ДТП? Вызову полицию, ничего не делать, набью морду, поеду дальше. Ну, конечно же, здесь мы набьем морду. Так, теория аутошкол. Поздравляем, вы сдали тест, теперь проходим практику. Дальше, выходим мы с автошколы. У нас здесь стоят фокусы на стояночке. Садимся, внимательно, ребят, читаем, что пишут в чате и вот в этих окошках, чтобы не задавать потом вопросов, как это сделать и как то сделать. Чтобы повернуть ключ зажигания, завести, то есть пробел плюс 2, включение фар, левый Ctrl и поворотники E и Q. Ясно. Все, заводим автомобиль и едем по маркерам. По маркерам Alt пристегнуться, Ctrl включить свет. Вот это мы забыли и поехали. Значит, проезжаем мы сначала здесь по территории, по маркерам, а потом у нас будет вождение в городе. Ну, чтобы вас не томить, это мы пропустим и уже вернемся. Подъезжаем мы обратно к автошколе, получили мы один штраф 500 рублей. Так, поздравляем, вы сдали на водительское право, осталось только их оформить в УМВД. Тогда мы берем свой мопедик. Зажигание, все, завелся, все как положено. И едем в УМВД оформлять водительское удостоверение. Подъезжаем, значит, мы к УМВД. Все, паркуем свой мопед, мотороллер так называемый, да. Заходим вовнутрь. Так. Дальше. Отдел ДПС. Получение, так, получение номера, получение водительского удостоверения. 700 рублей это нам будет стоить. Принимаем. Все, мы получили водительское удостоверение. Дальше заходим в игровое меню, также через слэш мм. Дальше квесты. И выполняем уже второй квест. Видите, у нас уже появился один из семи. То есть один мы выполнили. Нажимаем. Начало карьеры. Что нам нужно сделать? Нам нужно получить медицинскую карту. И значит, мы с вами отправляемся в городскую. Дальше, что нам вам нужно сделать? Либо же купить медицинскую справку, либо же найти главного врача и получить это все бесплатно. Мы же не будем тянуть время. Медицинская карта у нас стоит 3500 рублей. Принимаем, и плюс нам еще дают денежку за прохождение квеста. Второй квест у нас выполнен. Дальше заходим опять же в игровое меню, квесты. И у нас уже выполнено 2 из 7. За третий квест мы с вами получим 3000 рублей. Выбираем его. Что же нам нужно сделать? Нам нужно прикупить верхнюю одежду, чтобы отличаться как бы от всех. Заходим в игровое меню, навигатор, ближайший магазин одежды. Все, маркер у нас поставился на карте, и мы с вами отправляемся уже в магазин одежды. Нашли мы еще один магазин одежды. Все, паркуемся, выключаем двигатель. Заходим вовнутрь, пойдем в примерочную. Где у нас примерочная? Примерочная. Вот она. Залетаем. Так, сейчас сюда вот так давайте повернемся. Что нам нужно? Одежда. Одежда, одежда. Выбираете какой скинет в зависимости от того, сколько у вас денежек. У нас там 4 с копеечкой, да? Поэтому у нас выбор невелик. Ну, давайте вот этого возьмем, первого попавшего. Вы же можете, если вы сэкономите 3500 на карте, соответственно, взять уже себе какой-нибудь поинтереснее. Так. А у меня 7000. А, нет, мне же еще 3000 дали за выполнение квеста. Все, еще один квест у нас позади. Смотрите, у нас уже есть водительское удостоверение, медицинская справка, без которой нас не возьмут на работу. Есть уже одежда и плюс 3000 рублей у нас еще на счету. Дальше, заходим в игровое меню. Квесты. Три квеста мы с вами выполнили. Следующий
важное наше время. Так, 3500 вы должны купить себе сим-карту. Сейчас мы едем покупать себе сим-карту. Нам нужен магазин 24/7. Заходим GPS. Ближайший магазин 24/7. Он у нас здесь тоже недалеко. Поэтому вот он здесь у нас магазинчик. Ой-ой-ой-ой. Ладно, глушить пока не будем. Но все равно у нас его никто не угонит. А если у вас будет свой автомобиль, обязательно его глушите. Либо вы его потеряете. И нам нужно купить сим-карту. Сим-карта стоит 300 рублей. Выбирайте, какой номер хотите. Ну, я выберу просто любую комбинацию. Все, 300 рублей. Сим-карта у нас есть. И уже 6450 рублей у нас в кармашке. Дальше заходим опять же в игровое меню. Квесты. 4 квеста мы уже с вами прошли. Следующий квест. Первая работа, за которую, за прохождение него мы получим 4000 рублей. Сейчас мы едем на работу на лесопилку, где нам нужно будет заработать 10 тысяч. Подъезжаем мы к лесопилочке. Вот здесь запаркуем свой мопедик, глушим его. Залетаем на маркер. Alt, нажимаем Alt. Устроиться на работу. Устроиться. Напишем. Отвечаем да. И что нам дальше? Ребят, внимательно читаем чат. В чате вам прописывается команда, после введя которую вы начинаете работать. Итак, ребята, заработали мы с вами 10 тысяч рублей на работенке. Вот нам дали за это 4 тысячи рублей плюс 1 XP. Дальше заходим в /mm. Квесты 5 и 7. Следующий квестик выбираем. Первая зарплата. То есть нам нужно подождать первую зарплату. Зарплата у нас платится, ну то есть payday в 55 минут. Ясно, понятно, нажимаем понятно и ждем 55 минут, а когда нам дадут первую зарплатку, payday то есть будет, и поедем уже покупать, надеюсь, автомобиль. Так, ребята, ну вот и подошел payday. Нас поздравляют, теперь вам 19 лет, соответственно, это 19-й левел. Пока я ждал payday, заработал уже 55 тысяч у меня на счету. И что вам нужно сделать? Заходим MM, промокода, вводим промокод игрунок, принять. У нас плюс 100 тысяч и плюс 1, ой, плюс 100 тысяч, плюс 50 тысяч, итого у нас уже с вами 100 тысяч на счету и плюс 1 левел. Давайте посмотрим возраст, статистику. Базовая статистика. 106 тысяч у нас наличными. В банке у нас 2395. И возраст у нас 20 лет нам. То есть 20 левел. Находимся мы сейчас возле автосалона. Сейчас давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что же у нас сейчас продают. Здесь также можете взять автомобиль. Так, залетаем на тест-драйв. Вот он, один автомобиль. Так, ВАЗ-2106, да? А что, мы не посмотрели его стоимость? Почему не показывает его стоимость? А, потому что нужно включить чатик. 90 тысяч шестерка стоит у нас. Давайте посмотрим, что еще есть. Это уже куплено. Вот эту шестерочку мы смотрели. И копеечка у нас за 50 тысяч рублей. То, что я вам и говорил, ребят, можно, в принципе, в первый же день купить себе автомобиль. Давайте мы, наверное, купим за 90 тысяч шестерочку. На тест-драйв возьмем. Давайте ее протестим. Как она наваливает у нас. Максимальная скорость. Вот я не обратил внимания, правда. 118 км в час. Максимальная скорость. Давайте ее покупаем. Ознакомливаемся, налог сколько будет, стоимость в салоне и так далее, все характеристики. Все, покупаем. Вы заказали автомобиль 2106, страна Россия, направляйтесь в точку получения автомобиля.
На карте у нас появляется меточка, куда мы сейчас с вами и поедем, чтобы забрать свой автомобиль. Приехали мы, значит, на металлургический завод. Тачку нам почему-то оставили здесь, номеров еще нет. Вот. Садитесь, значит, в нее, у вас выскакивает окошко «Купить». Ну и, соответственно, покупаете. Дальше что вам нужно сделать? Открыть GPS-навигатор, что есть в городе. И едем в УМВД. На карте у нас появилась меточка, чтобы прикупить себе номера. Подъезжаем мы к УМВД. Так, глушим автомобиль. Пойдем за номерами. Но, по-моему, нам сейчас номера не пробудут. Скажут, нужно якобы ехать делать страховочку. Но это мы сейчас и проверим. Так, давайте включим чатик. Получение номера 15 тысяч рублей. Принять. Отсутствует страховка. О чем я вам и говорил. Едем тогда в страховую компанию. Точно так же через GPS выбираем страховую компанию и возвращаемся уже за номерами. Так, страховая компания. ВАЗ-2106, 5500. Принимаем. Все, едем, ставим номера. Заходим, получение номера 15 тысяч рубасиков. 77 регион, 77 регион. Ага. Номер у нас М315РН, 97 регион. Ясно. Все, вылетаем, смотрим. Появились у нас номера. Да, все, номера поставили, номера стоят, все отлично. Вот так вот, ребят, мы за буквально несколько часов на сервере получили права, уже поработали на работе, заработали на машину. Так что всех жду, ссылочка в описании. Не забываем вводить промокодик, который дает вам плюс 1 левел и 50 тысяч рублей. Ну а теперь, что касается розыгрыша вот этого вот автомобиля, вам необходимо написать свой самый сочный топовый комментарий с указанием вашего ника на сервере, поставить лайк этому видео и обязательно подписаться на канал. Как только под видео собирается 100 лайкосиков, мы с вами на стримчике эту машинку и разыграем. Всем спасибо, всем до встречи, пока-пока.